Чарли 1-1. Продолжайте вести наблюдение с беспилотников. Знаешь, когда долго находишься без света, постепенно начинаешь хорошо видеть в темноте. Люди, за которыми я охочусь, не двигаться! Обитают во тьме. У него диссоциативное расстройство. Он перемещается между реальностями своих личностей, о которых даже не подозревает. Одна из них — личность Ганнибала Лектора. Они нашли множество неопознанных следов ДНК в его доме. Что от меня нужно? Твоя задача — залезть к нему в голову и выяснить, что он сделал. Саймон, расскажи о тех девушках. Кто это? Он был судьей. Ушел в отставку после того, как его семью убили. И, похоже, взялся самостоятельно вершить правосудие. Хищника нельзя перевоспитать. Саймон — дьявол, который играет с вами. Немедленно уходите отсюда! Что ты делаешь? Он пустил газ в подвале и убил 6 зомбов! Это невозможно. Он за решеткой со вчерашнего дня. Снаружи прессы, им нужны результаты. Это не игра. Она самая. Попробуешь выиграть? Оставляет ловушки, а вы в них раз за разом попадаете. Мне нужно больше времени. Тик-так. Тут что-то гораздо масштабнее, чем мы думали. Ну что, есть тут кто-то умнее Ганнибала? Саймон, что ты наделал? Тик-так. Поиграем?